Всем привет! Меня зовут Прокуда Дарья, и очень скоро стартует мой воркаут VDI. За 3 недели мы с вами рассмотрим основные паттерны поведения людей. Как проектировать и создавать основные элементы стиля. Вообще, что такое стилеобразование? Какие есть креативные техники? Как эффективно распределять свое время и экономить свои мысли топливо, чтобы направить его на креатив? Как правильно снимать показания с клиентов? Как подходить к разработке проекта? Какие есть этапы и на какие этапы нужно делить свою работу, чтобы в конечном итоге у вас получился работающий продукт. Также я научу вам задавать основные вопросы. Основные вопросы, когда вы проектируете интерфейс и тестируете его. Постоянно спрашивать себя, кто же вы такие, что вы здесь делаете и какие у вас есть цели. Целеполагание – это будет тоже очень важная часть наших занятий, а также я буду помогать вам как арт-директор на аутсорсе, ну, то есть как виртуальный арт-директор, направлять вас и снимать какие-то проблемы, какие-то недосказанности и объяснять вам их. Расскажу вам про свои инсайты, про то, как у меня, собственно, строилась моя творческая деятельность, какие были у меня проблемы в работе, и расскажу вам про все свои грабли, как избежать их, как не совершать таких же ошибок и, собственно, как оставаться всегда креативным, смотреть в будущее и верить, что дизайн все победит.